ошибку полицейского знаешь? Мы все-таки их победили. Мы будем почаще выезжать и выявлять вот таких вот чмошников. Добрый день, а что у вас тут происходит? А что вы тут в поле делаете? Что, ну стоит машина, заехала. Стоит в машине? Пойдемте, я с вами пообщаюсь. Не переживайте. Пообщайся, не огрызайся. Скажите, пожалуйста, что вы в поле делаете? Мы заехали. Таблетки выпить и перекусить. Я не знала, что сюда нельзя заезжать, боже. Мы спустились. В смысле чуть-чуть. Нельзя сюда заезжать? Или а можно? Кто сказал, что сюда заезжать нельзя? Терпи, и что теперь? Подъехали спросить, что машина заехала. Кто-то из вас ПДД вообще может, знает? Может, человеку плохо стало. Ты хочешь сказать, что Вадик. В поле нельзя заезжать? Вадик. Что, Вадик? Что, Вадик? Спроси у людей, вы что-то плохое им сказали? Или что-то не вообще плохого ничего не сказали. Они перепуганные стоят. Перепуганные. Я вас тоже, когда вижу, я вас боюсь, у меня аж коленки трясутся. Ребяточки, да никто не ругается, поймите. Нет, у меня есть претензии. У меня есть претензии. Какие? Че вы сюда заехали? Мы интересуемся. Так вы же тоже ПДД нарушили, если так. Пожалуйста. Так я не плююсь. То тебе может кажется. Не бойся, я не вирусный. Мы подъехали, кто все его в порядке знает? У людей. Все в порядке. К нам все претензии в есть. Нет, нет, ребята, все. Извините. Есть, вы не переживайте. Идите бабушку лечите. Вы не переживайте. Я говорю, заедем чуть, я таблетки выпью, да хорошо, бутербродик съем, да и все. Вот тут. А что у вас лобовое треснуто? Что поехали? Нарушаете ПДД и поехали. Что? Что не так? Что случилось? Вы начинаете людям рассказывать о том, что они... Мы начинаем, уже рассказали, Вадик. Спасибо. Есть про тебе на вы, у тебя записано, есть претензии? Поели, поели, все. Да послушайте, я вижу, как люди себя... Еду, не надо агрессивно, нормально общаемся. Что, что? Агрессивно не нужно, мы нормально общаемся. А как? А как мне? Обычно. Ну, если тебе не нравится мое общение, пока все напиши нравится. На меня жалобу. Я знаю, что нужно делать, спасибо. Понимаешь? Понимаю. Напиши. Хорошо. Вадик, какие к нам претензии? То что вы нарушаете ПДД сами. Все нарушают, и вы нарушил ПДД. Кто нарушил? Ты. Ты уверен? А ты уверен, что я нарушил? Конечно, так я уверен, что ты нарушил. Что тебе? Ну покажи, ну составляй ну, так, материал. Не хочу, ты знаешь почему? В смысле не хочу? Видео, потому что ты будешь говорить, видео, что нарушил. Это не я есть, ничего будет? Говорить не буду, я дам документы, составишь постановление. Вадик. И все. Зачем это? Ну... Это же, понимаешь, ну ни о чем у нас говорит, да, негатив. В смысле? Либо мы по закону, либо, либо мы по закону, никак. Вот вы к людям по закону отнеслись, к людям, по закону. По закону. Как вы по закону отнеслись? Как? Спросите у них. Как по закону ты отнесся? Я там бы ничего не говорю. Слышь, ну я еще тупее. А ты не тупее, ты нормально, ты знаешь, тупее, законы неплохо, что тупее, ты знаешь. Тупее причины. А какая причина? Да стоит машина, вдруг и человеку что, плохо такое? Стало. Может такое быть? Вот может вот, сердце вот так стало. Было, я подожди, бы еще может понял, сердце подожди. Сердцем. Сердце. Скорую сколько я они раз вызывал. Сюда заедет, мне даже благодарность когда-то писали. То, что я подъехал, а человеку могу. Стало плохо. Вадь. Вы не переживайте. Вы не переживайте. Это называется... За нас какие-то да, неприятности. Это какие неприятности, вот я вас умоляю. Доброе утро. Я говорю, вот вам и здрасте, доброе утро. Правильно, доброе утро. А не надо, не переживайте. Таблетки принимают. Кушайте, кушайте. Кушайте, не переживайте. А то под знак, а не посмотри. Мне понравился 3.21. Что стоит? Она стоит просто здесь. Знак, почему здесь стоит 3.21? Да, у дорожников спрашивают. А вы запросы сделали вообще? Потому что полигон, скорее всего, здесь. Какой полигон здесь? Ну, военный там даже. Тут есть какая-то ориентировка, что это полигон? Я говорю, почему? Ну, скорее всего, я же не говорю. Не скорее всего. Ты знаешь, когда устанавливаешь вообще знаки? Знаешь? А я знаю. Военные понимаешь? Не выставляют. Это первый и момент. И полигон военные у нас цепляют. Я бы еще понял, если бы тут был 130-й, был бы, вопросов бы не было. А чисто доколупаться до... Никто ни до кого не доколупался. А я говорю, доколупываться. Нет. Да послушай, то, что вы рассказываете, поверь, за 5 лет я это наслушался. Я когда люди мне без камеры рассказывают, ты даже не представляешь, так что вы делаете. У меня тоже есть знакомые, которых тоже там разводят или что-то делают, и мне рассказывают они. Я понимаешь? Что, или я не живу здесь, или я ничего. И я вот, если бы я не жил бы, я бы не знал. Я тоже знаю наверное, очень понимаешь? Много историй. Которые... Слава Богу, я в свое время выучился и знаю законодательство. Вот слава Богу. Понимаешь?
Oh,